конце жизни сменил красный пояс мастера на белый пояс ученика. Пояс стал для него символом мудрости, вечного возвращения к своим истокам, к началу пути, открытости в мир. Южноуральцы также распахнуты в мир. Мы ценим свои традиции гостеприимства, дружбы и рады принимать у себя в гостях дзюдоистов со всего мира. Добро пожаловать на Урал, дорогие друзья!